В соцсетях прошла информация о том, что праздник на Суханском поле не состоится. На самом деле, из-за высокого уровня воды в реке он будет перенесен на площадь Славы, или, как это место называют сами устюжане, старый стадион на Виноградова-1. Выступление всех заявленных в программе артистов состоится. В пятницу мы уже здесь, на этой площадке, ждем наших жителей. Приезжает к нам уникальная группа из Москвы, группа «Одно но», которая, я надеюсь, станет настоящим сюрпризом для нас, потому что то, о чем поют ребята, таких групп практически нет. Поэтому в 21 час на площадь Славы мы ждем всех. Ну а уже в субботу с 11 часов будут выступать коллективы нашего города, группа «Гармония», «Счастливые люди», «Гравитон», рок-группа «Феникс» и наши гости из Коряжмы. Эта творческая площадка полностью организована силами предпринимателей Великого Устюга в качестве подарка городу. Безумно рад, что я стану частью именно этого мероприятия на стадионе, потому что, во-первых, огромное количество артистов, огромное количество сюрпризов ожидает гостей, кто придет к нам. Ну и самое главное, заряд на позитивной энергии, потому что 870 лет бывает раз в году, раз в жизни, раз в истории города. И, наверное, каждый устюжанин должен стать частью, частичкой этого замечательного праздника. Кожаные жилеты, серебряные перстни, харизматичные лица и байки бывалых путешественников. В Великий Устюг начинают съезжаться участники байк-фестиваля «Землепроходцы земли русской». Байкеры соберутся не только ради общения и желания посмотреть наш старинный город, но и подарят всем зрителям настоящий акробатический праздник. Ребята выступать будут днем здесь на мотоциклах, показывать на мотоциклах акробатические номера. Также у нас будет мотопробег «Отвочины Деда Мороза». Это будет где-то в 14.00 «Отвочины Деда Мороза». Вся колонна мотоциклов пройдет по городу. Маршрут мы с ГИБДД сейчас обговариваем. Сколько будет участников, мы тоже посмотрим, чтобы нам по городу было легко проехать. И вся колонна приедет сюда, на Суханское поле, и будет располагаться здесь на время всего фестиваля. Кстати, с инициативой проведения такого фестиваля вышли сами любители скорости и свободы. Заявлено более 200 мотоциклов. Сейчас готовят площадку для их размещения. На поле под набережной совсем скоро появятся палатки. Пообщаться с этими удивительными людьми сможет каждый желающий. А рассказать эти мужчины могут многое. Это Виталий Хабиб. Он объехал пол России. Говорит, с любовью к мотоциклам нужно родиться. Сам он за рулем практически 40 лет. Я был еще маленький, когда меня отец возил на мотоцикле. Вот, видимо, в генах и передалось. Сначала приехали на праздник в Киров. А в Кирове что-то решили съездить в Сыктывкар. Оттуда приехали к вам посмотреть. Закончится праздник дискотекой и общегородским фейерверком, который лучше всего наблюдать с набережной. Евгения Шемякина, Максим Колоцев, новости провинции.